100 тысяч футов меди на 87 потребителей. Безнадежно убыточное предприятие. Игрушка для богачей, чтобы хвастаться перед гостями. Не обязательно. Я выкупил патенты Сименсов на динамомашину и на трансформатор Галяра и гипса. Трансформатор? Скорее металлический чемодан. Во сколько он тебе встал? Эдисон поставил не на ту лошадь. Его ток все равно, что шланг с узлом. На каждую милю понадобится по генератору. А ты хочешь создать систему передачи тока? Двигатели не выдержат. Отбрось на секунду все сомнения и скажи, какое примерно расстояние можно покрыть одной динамо-машиной? Несколько тысяч. Ярдов? Миль. Угу. И сколько домов мы тогда охватим? Я полагаю, все. Но как же лампочки? Хайрам согласен отдать свою лицензию. Ох, если уж грабить Эдисона, то как следует. Его лампочки светят серым. Мне они нужны только для показа Эдисону. Выберу небольшой городок. Ну-ну. Он увидит, как работает переменный ток. И мы партнеры, с нас системы, с него лампочки. На мой взгляд, основанная исключительно на знании физики и наших реалий, идея занятная. Но к жизни, думаю, неприменима. Почему? Иначе он бы это уже сделал.